Закрытие лагеря состоялось 2 августа в главном штабе коллектива школе номер 1. В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп различных событий. Воспитанники круто провели ряд спортивных, творческих, профилактических и развлекательных мероприятий. Увлекательная и интересная программа пребывания в оздоровительном лагере наполнила детей жизненной энергией и здоровьем. Особый вклад в его жизнь внесли педагоги. Они создали для детей комфортные и безопасные условия, вели своих воспитанников по тропинке доброты. Нам, воспитателям, всегда радостно, когда дети идут к нам и стремятся. Вот у нас полный лагерь был всю смену, мы этому очень рады. Мы будем ждать их в следующем июле и постараемся сделать все, чтобы ребята смогли хорошо отдохнуть, оздоровиться и чтобы у всех было хорошее настроение. В качестве подарка взрослым дети организовали праздничный концерт. Молодые таланты отблагодарили воспитателей песнями, танцами и веселыми постановками. За время пребывания в лагере некоторые ребята открыли в себе новые способности, получили массу положительных впечатлений. Многие крутыши покидали лагерь с большим сожалением. Мне очень жаль, то, что лагерь круто, конечно, закрывается. Я бы хотел, то, что он бы проводился все лето. Лагерь очень веселый, мне понравился. На следующий год тоже приду и позову друзей. За активное участие в жизни лагеря воспитанники получили грамоты, благодарственные письма и сладкие подарки. Виталий Волков, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна ТВ.